Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня слышно, видно. Будьте добры, дайте обратную связь. У нас внизу есть чат, в котором мы можем общаться, задавать друг другу вопросы. Хорошо ли видно, слышно? И у нас с вами вебинар с показом процедуры на модели. Вначале немножко с вами побеседую. Пока мы ждем модель, пока она готовится, обсудим некоторые вопросы. Анжелика, спасибо за обратную связь. Все видно и слышно, значит. Очень часто задают вопросы и наши с вами клиенты, и иногда косметологи, с какого возраста можно использовать косметические средства, с какого возраста можно посещать косметический кабинет. Подробно устный семинар у нас есть в записи на нашей платформе YouTube. Можно его пересмотреть. Сегодня все равно вкратце хочу напомнить о некоторых моментах, некоторых аспектах, которые нужно знать, соблюдать при встрече с подростками. Надеюсь, что эта тема для вас актуальна. Процедуру тоже с вами сделаем. Мы ждем модель. И что обсудим, да, то есть в каком возрасте пора идти к косметологу или нужно идти к косметологу, с чего начинать косметические уходы, да, и для косметологов, и для мам подростков, да, тоже будет тема актуальная. Конечно же, прикрепила здесь протокол косметического ухода, который мы будем сделать, можно соскринить будет сам протокол, но кто, может быть, не знает или забыл, у нас на сайте есть методические материалы в разделе «Полезные материалы». Там можно скачать все протоколы, которые салонные. Они в свободном доступе, их можно скачать. Несколько протоколов чисток лица. Проверила сегодня перед вебинаром, все на месте. Есть протоколы и ухода за чувствительной кожей, можно посмотреть. Также для косметологов хочу, кстати, озвучить приятную новость, даже покажу. У нас вышел новый каталог, да, видно, у нас вышел новый каталог, обновленный со всей продукцией и салонного, и домашнего ухода. Можно его попросить в нашем ЦДК или же точно так же заказать на сайте, узнайте у менеджера, как его можно получить. А так в наших центрах диагностики Гильтек они уже есть, можно взять. Дальше, что еще хочу напомнить, что мы готовим полное методическое пособие, оно тоже скоро будет в печатном варианте, пока оно есть только на сайте. И дальше переходим к теме нашего вебинара, да? Вот как раз обсудим протоколы, обсудим домашний уход, варианты использования. Пока, повторюсь, да, пока модели нет, можете писать, задавать вопросы, да, возможно, они у вас уже есть по средствам. Ну и на финале мы с вами сделаем базовую себрегулирующую процедуру и, не знаю, обрадую вас или нет, поскольку мы очень много раз делали эти процедуры на лице и на семинарах, и процедуры делались у нас и в эфире. Возможно, вы видели. Сегодня мы будем делать эту процедуру себрегулирующую на области спины. Я думаю, это тоже для вас актуально посмотреть протокол, поскольку очень многие подростки страдают от этой проблемы, особенно летний период. Многие мальчики, девочки в особенности, стесняются раздеваться на пляже, да, то есть стесняются носить открытые вещи из-за такой проблемы. Поэтому мы сегодня как раз проведем себрегулирующую процедуру в области спины и плеч. Я думаю, что это будет интересно.
И к теоретической теме, да, подростковый возраст законодательно, да, и по всем физиологическим аспектам у нас с вами с 12 до 18 лет, поэтому это считается подростковым возрастом, и все косметические средства, ой, как у меня так получилось, вот, вернемся как раз к этому слайду. И все косметические средства, да, мы будем как раз использовать относительно этого возраста. Что прежде всего хочется здесь напомнить, потому что, повторюсь, да, некоторые из вас были на вебинаре и даже на семинаре, который у нас был очно в на эту тему, да, на тему подростковой как раз косметологии, все процедуры у нас прежде всего начинаются с консультации. Да, в переходном возрасте на фоне гормональных изменений, конечно же, могут быть изменения и себорегуляции, да, и отдельные элементы воспалительные появляются на лице, но это не значит, что это уже заболевание. Поэтому любое посещение косметолога начинается с консультации. Возможно, решить проблему можно правильным подбором домашнего ухода. Поэтому все-таки в случае подростков, а это именно вот возраст 12 и до 18 лет, да, этот вопрос решается превентивной косметологией, да, то есть подбором правильного ухода и возможностью избежать, да, уже получить заболевание, да, такое как акне, и возможные его модификации. Поэтому здесь работа косметолога больше заключается в уходе за кожей, да, то есть в правильном подборе домашней косметики, да, и как раз себорегулирующих процедурах. На первом этапе, да, то есть именно салонных процедур в этом возрасте как раз выступают и процедуры чисток, да, и всех ее вариантов. Это может быть и атравматичная чистка, и ультразвуковой пилинг, да, или комбинированная чистка, ну, в том числе и механическая, в комплексе как раз вот мануальная техника, да, совмещенная, возможно, с атравматичной чисткой, да, или наоборот, с себорегулирующей процедурой. И, конечно же, правильно подобранный домашний уход. И тоже хочу напомнить, возможно, все знают, да, о том, что нас в стране, и, кстати, это не только в нашей стране, в многих государствах, посещение косметического салона только под надзором родителей. Как должна происходить процедура? Вы знаете, я на одном из семинаров рассказывала о том, что многие косметологи сталкиваются с претензиями от родителей, да, и в некоторых случаях даже некоторые судебные разбирательства о том, что принимаются подростки без разрешения родителей. Я приводила примеры, как это может быть. Вот. Но на самом деле у нас законодательно до 18 лет подросток должен ходить в салон с разрешения родителей, да, да, или под их присмотром. Выполнение каких-то косметических процедур. Сюда, кстати, также входят и процедуры маникюра, педикюра и, по-моему, даже депиляция, если кому интересно, я могу сейчас уточнить, да, то есть все основные процедуры до 18 лет проходят под надзором родителей.
Если предлагается, я не говорю о посещении врачей, да, то есть если есть определенная проблема, лучше сходить в любом случае, например, с тем же акне на консультацию к косметологу вопрос, ой, не к косметологу, а к дерматологу, да, если требуется, возможно, какая-то медицинская коррекция, здесь все-таки лучше проконсультироваться. Да, но и также в салонном уходе, да, то есть когда ребенок приходит на процедуру той же косметической чистки, и первый прием всегда с родителем, любой родитель может быть, да, косметолог назначает программу, если она нужна, если это не одно посещение, или же требуются какие-то другие услуги, например, каких-то других специалистов салонных, да, может быть, это может быть массаж, да, да, я сейчас не буду фантазировать, не буду создавать курсы таких процедур, да, но, например, если это проблема жирности кожи плюс какие-то элементы акне, да, то это будет курс процедур, этот курс обсуждается с родителем и утверждается родителям, нужно дать согласие клиента, да, то есть и в данном случае будет нужна родительская подпись, да, и только после этого можно приступать к ее исполнению. Соответственно, на все последующие процедуры, да, то есть подросток может ходить уже сам, потому что у вас есть официальный документ от родителей, что он приходит на определенное количество процедур. А вот до 15 лет, да, то есть если речь идет о подростках с 12, в некоторых случаях, может быть, даже там с 10-11 лет, до 15 лет у нас законодательно родитель должен сопровождать ребенка на каждой процедуре. По поводу, мы продолжаем пока ждать нашу модель, мне все время хочется попробовать. Я как будто в камеру в ту разговариваю. Мне все время хочется подвинуть. Пока мы обсуждаем, точнее, ждем нашу модель, я, наверное, расскажу о средствах домашнего ухода, обсудим с вами процедуру. Если у вас есть какие-то вопросы, может быть, по данному вопросу, да, то есть мы как раз вот такую процедуру и такие процедуры и обсуждали сейчас, да, пишите, буду с удовольствием на них отвечать. Пока по подбору домашнего ухода, соответственно, стоит подойти на консультации плотно по выбору очищающих средств, да, потому что у нас в переходном возрасте нет еще культуры такой ухода за кожей, у некоторых людей ее не бывает от слова совсем, да, то есть мы все с вами хорошо, точнее, иногда встречаем людей, которые до сих пор умываются, может быть, мылом, если оно только не какое-то особенное, да, там, специализированное, да, то есть пор умывается мылом, у нас можно встретить людей, которые не знают, для чего бальзам, кондиционер для волос, да, поэтому всегда мы начинаем с подбора домашнего ухода, да, то есть это всегда очищающие средства. В данном случае лучше выбирать средства для умывания с кислым pH, да, поскольку в переходном возрасте это всегда большая проблема. И либо это средство должны быть с нейтральным pH. Великолепно подходит для подростков, если брать гильтек. Так, я не прикрепила отдельно очищать. Дарья, спасибо за вопрос. Я продолжу, сейчас отвечу. Крем нет, потому что Демотен – это все-таки гель. Сейчас достану его, у меня как раз приготовлен для ухода, да, то есть он гелевой текстуры. Вот сыворотку
он может заменить. Да, то есть он вот такой вот прозрачной гелевой текстуры. Я надеюсь, что вам видно. И он не крем. Поэтому думаю, что после него нужно применить какой-то защитный крем. Если это лето, идеальный вариант у нас есть солнцезащитный мультипротектор SPF 50+, да, который, да, он как сыворотка. С очень похожим составом у нас есть профессиональное средство, гель для жирной кожи. Всегда это был аппаратный гель, да, то есть мы о нем сегодня будем говорить тоже. Аппаратный гель для ультрафонофореза и других процедур. Его тоже можно использовать в качестве сыворотки, у них похожий состав. И в Дематене, и в геле для жирной кожи есть препарат серы. Да, совершенно, совершенно верно. По очищающим средствам хотелось бы, давайте обсудим с них, хотя специально вот держу слайд, у Гильтека есть полноценный набор для подростковой кожи, который включает в себя все средства домашнего ухода. В данном случае в наборе мягкий мусс, очищающий с алоэ вера, для тех, кто не любит гелевые текстуры. А так мы базово предлагаем нейтральный наш гель очищающий, который подходит для любого типа, и для подростка он будет вполне приемлем. Кстати, гель подходит и для сухой чувствительной кожи, что очень часто встречается в подростковом возрасте, да. И здесь для у нас больше девочки, конечно, предпочитают муссы, потому что начинают ухаживать за собой при помощи декоративной косметики. Муссам, конечно, удобнее и снять макияж, и умыться дополнительно. Гель очищающий, стандартный уход для подростковой кожи, кожи с акне, очень чувствительной кожи, абсолютно нейтрален и на натуральных павах. Не вызывает никаких раздражений, стягивания кожи. Дальше в наборе у нас балансирующий тоник для завершения очищения. Это тоник для жирной кожи. Многие с ним хорошо знакомы и очень любят его, поскольку многие косметологи его используют как для процедур аппаратных. Немножко необычный в понимании тоника для жирной кожи, поскольку он не подсушивает. Тоник себорегулирующий, великолепно тонизирует и успокаивает кожу. Подходит для ухода за кожей даже на фоне какого-то медикаментозного лечения, чтобы избежать излишней сухости кожи. Здесь все-таки стоит обратить на него внимание, когда кожа подростка чувствительная, и при этом есть расширенные поры, да, и усилено салоотделение, потому что он содержит гомомелис, очень хорошо успокаивает кожу, а также соли рапан, которые и себорегулируют, и успокаивают, и обладают мягким противовоспалительным действием. Да, поэтому стоит все-таки на такую кожу обратить на него внимание. Дальше в наборе у нас есть гель-увлажняющий плюс. Я специально тоже прикрепила слайд.
С его составом это идеальное тоже увлажняющее средство для подростковой кожи, хотя нельзя назвать его точно для подростковой кожи, да, потому что он универсальный, для очень чувствительной кожи подходит. Это гель увлажняющий восстанавливает и гидролипидную мантию, и в то же время является средством антиполюшен и восполняет нарушенный микробиом кожи. Также в наборе есть сыворотка Стопакне с 10% азелаиновой кислотой, которая будет и профилактировать воспалительный процесс, да, и можно частично заменить некоторые медикаментозные средства на нее, да, на эту сыворотку, если есть проблема акне. Ну и опять же, в этом наборе есть как раз тот самый лечебно-профилактический гель Демотен, который специально направлен на решение вопроса акне, и можно использовать его как сыворотку. И пока наша модель готовится, мы дальше с вами все равно обсудим весь домашний уход. И пока наша модель готовится, прикреплю вам слайд с протоколом себорегулирующей процедуры. Немножечко на секунду я отключусь, и мы переключимся уже непосредственно на исполнение самой процедуры. Сейчас буду отвечать на ваши вопросы. Пока модель готовится, буду отвечать на ваши вопросы. Андрей, помоги мне, пожалуйста. Потому что получилось, что только я на весь этот переключилась. Это правильно же, да? Угу. А можно я отключусь на секунду, пока мы переводим камеру на модель? Угу. Вот. Ага. Все, так теперь видно? Все хорошо? Угу. Спасибо, коллеги, за вашу внимательность. Если будет пропадать звук видео, предупреждайте, для нас это немного новый формат рабочий, да, такой. Обратите внимание, вот сейчас, наверное, хорошо видно, гель не очень пенится, зато очень экономичный расход у него. Анжелика, обязательно сделаем и по уходу за лицом. В принципе, это стандартный протокол, который мы сегодня делаем. Его можно и применить для лица. Это стандартная наша классическая процедура себорегулирующая от Гильтек. Я буду использовать практически все средства, которые входят в этот стандартный протокол. И хочу сказать, единственное, что, наверное, не буду сегодня наносить, это SPF, потому что у нас клиент в одежде, да, то есть на данный момент он нам не потребуется. Да, та, о которой шла выше, у нас для подростка с 12 лет.
Дальше мы с вами будем наносить энзимную пектиновую маску, энзимный пилинг. Также хочу отметить, сейчас покажу новый формат упаковки, возможно, он вам будет удобен. Пока у нас модель будет лежать под энзимной маской, под пилингом, покажу вам вариант новой упаковки. Напомню, что энзимная пектиновая маска – это полноценный энзимный пилинг. В составе есть еще молочная кислота, энзим пектина и соли озера Островное, да, соли рапан, которые очень хорошо и корректируют воспалительный процесс, также хорошо осветляют кожу, если есть такая пигментация сосудистая. Наносить нужно толстым слоем. Я буду наносить на всю зону. Слой где-то толщиной 1,5 миллиметра. Вот на такую площадь по нанесению получается две дозы, которые мы используем на лице. Дальше наносим маску-пленку. Напомню у нас, что энзимы работают в такой влажной, теплой среде. Можно использовать пищевую пленку. У меня пленка для обертываний, поэтому она у меня такая большая. И можно накрыть для более глубокого разрыхления, да, то есть сделать такой вот сухой компрессик. И оставляем на 15-20 минут. Если кожа очень чувствительная, особенно это касается кожи лица, да, то время аппликации можно сократить до 10-15 минут по ощущениям клиента. И сразу покажу, да, то есть у нас вышел новый объем для маски энзимной пектиновой, да, она выпускается вот в такой вот тубе. Кому удобнее, единственное, здесь 200 миллилитров. Ой, прошу прощения. Да, то есть 200 миллилитров у нас стандартно, а здесь в тубе 100 миллилитров. Кому как удобно. Все по просьбам косметологов, кстати, выпустили, кому удобно в тубе. На момент вебинара я, конечно, немного сокращу время аппликации, но пока у нас клиент лежит в масочке, давайте отвечу, если еще какие-то вопросы созрели, может быть, по продукции, а я на них отвечу, да.
Ну, пока вопросов нет, тогда расскажу еще такой вот нюанс. Для того, чтобы усилить действие маски, да, можно также использовать перед нанесением энзимной пектиновой маски наш салициловый лосьон, да, с салициловой кислотой 2%, будет более глубокое разрыхление. Если вы, например, собираетесь сделать чистку, в том числе и мануальную чистку, то салициловый лосьон наш входит в протокол процедуры. Сейчас покажу вам его. Отшелушивающий лосьон. Салицилик 2%. Можно обработать всю поверхность перед нанесением как раз энзимной пектиновой маски. И если есть воспалительный процесс, да, то есть если есть какие-то воспаленные элементы, то его можно назначить в домашний уход как тоник, да, в вечернее время. Как часто можно делать такие пилинги? Диан, спасибо, хороший вопрос. Если стандартно, как любой пилинг, один раз в неделю, в случае очень жирной кожи, можно 2-3 раза в неделю, но это по необходимости. Да? То есть в момент какого-то курса корректирующего можно делать 2 максимум 3 раза в неделю, но, как правило, стандартно, как любой пилинг, один раз в неделю. Если, друзья, у вас какие-то еще вопросы, если нет, давайте еще расскажу про одно средство. Да? То есть мы с вами как раз на тониках остановились, обсудили домашний уход в виде очищающего мусса, да? Обсудили гель очищающий. Хочу напомнить, что у нас есть еще универсальная линия натуральной продукции из EU. Многие мамы рассматривают ее даже в качестве, да, больше бюджетной косметической линии, потому что она на порядок дешевле, чем сама профессиональная продукция Гильтек. Но я рассматриваю ее больше как такой лечебно-профилактический уход. И именно очищающие средства там универсальные. Смотрите, у линии ZU есть очищающий гель, который позволяет еще и успокоить раздраженную кожу. Помимо мягких ПАВ и отсутствия в этой линии парабенов, там еще используется растительное сырье, в данном случае растительные экстракты, которые успокаивают как раз вот такую подростковую раздраженную кожу. И два уникальных тоника, один из которых тоник-тонер, да, лосьон с одуванчиком, тоже находится у нас в коллекции ZU, который обладает и профилактическим, и очень мощным увлажняющим действием. Тоже можно предложить домашний уход. Вы знаете, особенно, на мой взгляд, для молодых людей, которые стесняются использовать действительно какие-то серьезные косметические средства. И для мальчиков, если это мальчик-подросток, я бы обратила внимание на нашу мужскую линию, поскольку в умывающих средствах, да, то есть в геле из мужской линии Гильтек Мэн, немножко изменен pH относительно мужской кожи, да, то есть там немного закисленный гель для умывания, который будет идеален именно для подростковой кожи. Энзимную пудру можно использовать подросткам. Вы знаете, я очень люблю данный косметический продукт, поскольку у Гильтек пока нет энзимной пудры,
то буду говорить в общем. Хорошо, я не буду рекламировать каких-то других производителей или наоборот, чтобы ну, не дискредитировать других производителей, потому что есть действительно очень хорошие энзимные пудры, мне нравятся. И это такой удачная находка, удачные разработки в плане ухода за кожей. Но давайте, знаете, все-таки учитывать то, что энзимы больше работают во влажной среде. А то, что касаемо, сейчас отвечу прям конкретно на ваш вопрос, да, то не всегда вы можете их полноценно активировать в процессе умывания, да, то есть сначала нужно их смочить, то есть пудру их, извините, да, то есть пудру смочить водой, распределить ее на лице, постоянно смачивать, да, массажными движениями отшелушивать, чтобы она полноценно проработала и энзимы действительно очистили кожу. Великолепные есть пудры, и они разнонаправленные. В каждом продукте есть еще какой-то дополнительный ингредиент, один из которых может быть направлен, да, там, не только на очищение, но и какое-то оказывать дополнительное действие. Поэтому смотрите на состав, да, что помимо энзимов там еще есть, и все-таки, да, мы все выбираем индивидуально. Можно, конечно, Виктория, откуда вы знаете наши тайны? Да, мы хотим сделать, пока это не самый приоритетный продукт, мы надеемся, что он у нас будет. Ну и раз вы в курсе, то мы хотим сделать, как всегда, очень крутой продукт, поэтому пока в ближайшие там, пару-тройку месяцев об энзимной пудре мы пока не будем говорить. Но по поводу энзимной пудры все-таки можно, конечно, использовать, да, но хочу напомнить, что если к ней относиться невнимательно, да, то она может и пересушить кожу. Мы будем работать с одной проблемой, да, усугубим другую, поскольку все-таки у подростков, я бы сказала, на фоне вот этих гормональных изменений все-таки нарушен микробиом, потому что очень часто мы встречаем участки и пересушенной кожи, и в то же время они граничат с воспалительным процессом. Поэтому вот с энзимными пудрами все-таки поосторожнее. Это для людей-фанатов, да, то есть для прям косметических маньяков, которые будут прям достойно, полноценно использовать в очищении этот продукт. С другой стороны, да, конечно, можно, если ваш подросток будет тщательно и внимательно относиться к этой пудре, ну и требует она еще дополнительного ухода. Это будет обязательно сыворотка, это будет обязательно какое-то увлажняющее средство, а это все равно это будет многоступенчатый уход. Диан, интересный вопрос. Ну, вообще, после любого пилинга, ни для кого это не секрет, обязательно нужно нанести какое-то средство, да, обязательно увлажняющее, обязательно защитное средство. Сразу хочу сказать, все кремы, которые есть у Гильтек, ну, за исключением, может быть, двух, как правило, имеют ламеллярную текстуру, да, и которая полностью повторяет гидролипидную мантию, да, и поэтому любое средство, которое вы выберете у Гильтек, оно будет защищать не только кожу от потери влаги, да, но и будет восполнять ее липидный слой. Я, наверное, тогда уже начну потихоньку. У нас аппликация
Мы сейчас некоторые средства, Диан, все равно да, во время процедуры обсудим. Буду и про текстуру рассказывать, буду рассказывать и что умеет делать. Там у меня, например, есть два фаворита, прям из кремов, один из которых, конечно же, находится в линии The U. Уникальный вообще дневной крем. Крем Мегаполис SPF 10, да, но он крем действительно для жителей города, поэтому SPF 10 достаточно. В самом креме, помимо липидной составляющей, есть еще и лактобактерии, и... Сейчас, одну секунду... разболталась и разволновалась сразу. Я очень трепетно, кто присутствует на вебинарах на наших, все прекрасно знают, что я очень трепетно отношусь к линии The U. Содержит экстракты растений, гидролат ежевики, да, то есть водный раствор, и получается ягодной воды плюс экстракты растений, да, которые являются мощнейшими антиоксидантами, содержит в том числе, повторюсь, да, лактобактерии. То есть это уникальный защитный крем, и как раз это будет хороший крем для подростков. Хотя у нас за последний год его полюбили не только подростки, но и женщины, которые имеют такую же проблему, да, страдают и одновременно сухостью кожи, большой нагрузки, у которых большая нагрузка на сосуды, да, то есть у которых есть предрасположенность к куперозу и к тому же воспалительному процессу. Да, это идеальный дневной крем, и также есть кремы в основной линии, о которых мы сегодня еще поговорим. А сейчас перейдем к дальнейшему протоколу. Я пока для себя приготовлю кремушек. Удаляем пленочку. Вам комфортно? Если вам заметно, сейчас я удалю остатки маски, и если вам заметно, кто наблюдал внимательно, посмотрите, как изменилась пигментация, да, то есть это вот самый мой любимый эффект, который от первого применение маски, да, то есть вот эти синюшные застойные явления стали светлее и мягче. Давайте спросим у нашей модели, поскольку, какие ощущения у нее были от пилинга, есть ли покалывание, может быть, или неприятное ощущение? Честно говоря, нет. Не почувствовала неприятных ощущений никаких. Ну, только разве что вот такое теплое, мягкое тут, когда вот согревающий эффект некоторый такой возникал после пленки. Вот, а когда, в общем-то, после снятия, то есть такое легкое освежение есть.
Вот если вы слышите ответ модели, да, то неприятных ощущений нет, наоборот, только хорошие, такой свежесть, ощущение свежести на коже. Следующим этапом я нанесу или я обработаю кожу тоником как раз для жирной и проблемной кожи. Можно на ватные диски нанести. А еще хочу вам показать, да, у него идеальный распылитель, и можно просто распылить на кожу таким вот образом. И распределить можно руками. То есть можно полностью его даже впитать, если это потребуется, но я предпочитаю ватные диски. Кстати, тоник для жирной и проблемной кожи можно использовать летом как орошение, можно брать с собой в сумочку. Он есть, нет, его нет, хотела сказать, он есть в более мелкой дозе, но на самом деле его можно в какой-то удобный тюбик для сумочки перелить и таскать с собой для того, чтобы убрать излишний блеск или на жаре, когда потеет лицо, и освежать им кожу. Это один из его плюсов, поскольку в летний период кислотные тоники не очень комфортно использовать из-за фоточувствительности кожи. И следующим этапом я буду наносить себорегулирующую маску. Мы ее все очень любим. Это поросуживающая маска от Гильтек на основе каолина и каламина. Маска глиняная. В составе есть цинк. Маску можно наносить и тонким слоем на всю зону, поскольку вы тоже спрашивали, что с лицом, да, то есть можно тонким слоем на все лицо. Маску можно наносить зонально, только на пораженные участки, там, где есть воспаление. Но это не средство точечного применения. Хотя, допустим, в домашнем использовании, если есть единичный воспаленный элемент, то можно, например, и нанести точечно, чтобы не трогать все лицо. Такие крылья тебе нарисовала. Прям ангел.
Вот у меня получился вот такой вот ангел. Время аппликации, да, точно такое же, 15-20 минут. Сразу хочу предупредить, маска, в отличие от большинства каолиновых масок, не отверждается в такую хрупкую структуру, поэтому она остается мягкой, кремовой, и это как раз является вот для меня, как для косметолога, очень большим преимуществом, потому что многие косметологи сталкиваются с тем, что каолиновые маски потом приходится долго смывать, некомфортно, она лучше смывается, мягче, при этом наличие в маске как раз каламина очень хорошо успокаивает, если есть вот раздраженные, воспаленные элементы. Давайте пока тоже у нас модель лежит с вами в маске. Обсудим последующие уходы. В качестве мы уже умывание обсудили. Линии умывали, средства для умывания и тонизации обсудили и в ЗИУ. Перескочили на финальные кремы. Да? Смотрите, еще по сывороткам тогда поговорим немножко попозже. Еще один из моих любимых, наверное, финальных кремов. У нас есть дневной крем для комбинированной кожи. Идеальное тоже сочетание с любой противовоспалительной сывороткой. Там, кстати, SPF немножко выше, там SPF 15, и идеально тоже подходит для подростковой кожи. Напомню, что там тоже текстура ламеллярного крема, он ложится не блестящим, не матовым слоем. Поэтому совершенно спокойно можно его в любой момент наносить, да, то есть он не блестит. Дарья, тоже интересный вопрос. Да, то есть ее можно начинать прям снимать так, но поскольку есть каолин, цинк, цинк ПСАН, она все равно оставляет белый след, поэтому ее все равно придется домыть. Но вот этого тщательного трения можно избежать. Ну, мы все прекрасно знаем, да, что кожа с акне, она еще более чувствительная, чем кожа обычная, да, то есть и в данном случае излишние вот эти манипуляции с удалением масок, они все равно некомфортно клиентам ощущаются, а в данном случае это и снятие воспалительного процесса, снятие вот этого раздражения. И когда мы ее смываем, она очень мягко смывается, практически не раздражая кожу и не требует потом каких-то дополнительных манипуляций. По кремам, на что хотела бы обратить внимание еще из кремов. Про крем для комбинированной кожи рассказала. Давайте, наверное, еще поговорим об очень интересном средстве, но у меня есть потом на слайде, мы разберем его состав, но не могу про него не упомянуть. Это матирующий флюид, удивительный вообще, точнее, удивительное средство домашнего ухода. Если в салонном уходе косметологи ну, не очень его применяют, да, потому что есть другие средства, ну, в основном это только как раз себорегулирующие процедуры по лицу, а вот в домашний уход это для подростка, наверное, идеальный помощник,
в том плане, что чем чаще им пользуешься, он регулирует выработку кожного сала и суживает поры. И чем чаще им пользоваться, тем интервал вот до этого активного жирного блеска увеличивается. Главное пользоваться им постоянно. После процедуры мы обсудим с вами и состав его, и пару ему найдем. А сейчас хотела бы тоже сделать акцент на сыворотках, которые можно рекомендовать подростку в домашний уход, да, и использовать как сыворотки на процедуре. Да? Мы с вами уже поговорили про гель для жирной кожи. Сразу хочу сказать, у них состав немного похож на Демотен. И мы с вами будем завершать процедуру с сывороткой стоп-акне. В составе сыворотки 10% азилглицин. Да, также есть экстракт чайного дерева. И это один из самых популярных наших продуктов. И он у нас входит практически все протоколы для проблемной кожи и домашнего ухода за кожей с акне, кожа проблемной. Поэтому завершать процедуру я буду им. Но среди коллекции Гильтек есть еще вот такой чудесный флюид Альфа-Дерм. Он тоже есть у нас в одном из протоколов. Это как раз на финале мануальной чистки. Можно заменить им сыворотку стоп-акне. Содержит комплекс кислот. База – это миндальная кислота, но также в нем есть комплекс, который содержит и салициловую кислоту, и молочную кислоту. Больше подойдет для кожи, которая склонна именно к такой пигментации постакне, потому что он очень хорошо осветляет следы постакне, и это профилактика образования рубцовой ткани, да, то есть если есть глубокий воспалительный процесс. Можно и в домашний уход, и на завершение процедуры. Если у вас еще какие-то вопросы, тоже не буду выдерживать аппликацию до конца. Немножечко сократим по времени. Напомню, стандартное время аппликации, да, у нас 15-20 минут. Вот мы уже 5 минут лежим в маске, еще есть у нас с вами 5 минут. С удовольствием отвечу на какие вопросы, может быть, есть еще по протоколу. Если тоже моя любимая тема по поводу бюджета. Вот такой протокол, который мы с вами сегодня, то есть сейчас делаем в эфире, достаточно бюджетный, порядка затраты по себестоимости менее 100 рублей. Напомню, у нас скоро выйдет методичка тоже с расчетами, да, по протоколу. Там можно будет посмотреть более точные цифры, но у нас с вами сегодня затраты по косметике и на процедуру себестоимость меньше 100 рублей, поэтому достаточно бюджетный вариант и действительно хорошо работающий и эффективный.
Ну, пока вопросов у вас нет, я тогда приступлю к снятию маски. Рассчитывала, что мы с вами тут тоже побеседуем. И масочка полежит, аппликация чуть-чуть больше, чем 5 минут. Маску хорошо таким компрессом снимать. А вы у меня тут не мерзнете? Нет. Пока нет, да? Просто кондиционер, мне кажется, очень дует. Дарья, я как раз обсуждала только что в начале, да, то есть это единственное, что сегодня я не буду наносить, но если, поскольку наша модель в одежде, но если это была бы у нас открытая одежда, например, какой-то топ или сарафан, то СПФ нужно было бы нанести обязательно. Потому что неважно, какой мы с вами делали пилинг, это может быть и кислотный пилинг, и энзимный, и даже энзимная пудра, она требует нанесения солнцезащитных средств в любом случае. В данном случае у нас у клиентки закрытая одежда, поэтому мы с вами, она же закрытая, мы с вами не будем наносить. Очень хорошо маска у нас удалилась. И вы знаете, наверное, уйду немножко от протокола, который хотела представить, да, то есть хотела рассказать вам о себрегулирующем тонике, да, который мы наносим перед финалом. Я лучше с вами его обсужу устно. Но зато вы посмотрите, в данном случае воспользуюсь лосьоном с салициловой кислотой. Объясню почему. Есть глубокие воспаленные элементы, которые хотелось бы все-таки дополнительно убрать воспаление. И поэтому обработаю все-таки салициловым лосьоном. Уйду от протокола. Но у нас с вами на фотографии, которая на слайде, и по протоколу самой процедуры идет двухфазный тоник. Мы сейчас про него с вами устно поговорим. Не уверена, что я сейчас прям очень правильно делаю, что не показываю вам полноценный протокол, но проблемы клиента для меня немножко важнее сегодня. Я хочу, чтобы мы не только с вами четко и правильно выполнили протокол, но и принесли больше пользы нашему клиенту.
И буду закрывать сыворотку стопакне. Мы с вами ее обсудили. Для лица достаточно одного нажатия. Да, здесь с вами большая область. И до полного впитывания. Да, Анжелик, спасибо, что напомнили, да, то есть можно обработать, сделать дерсонвализацию, можно включить элементы массажа по жаке, можно сделать массаж шейно-воротниковой зоны, но поскольку мы с вами сегодня делаем пошаговый протокол нашей себ-регулирующей процедуры, да, то я об этом не рассказываю, да, то есть, но тоже можно все включать, в принципе, можно было выполнить и ультразвуковую чистку. Напомню, что для подростков, да, то есть эта процедура тоже показана. Вы обсуждаете изначально с родителем, да, а потом уже выполняете ее непосредственно с подростком, да. То есть у нас была договоренность на себ-регулирующую процедуру, которую, к примеру, можно включить в тот же курс мануальной чистки, да, то есть вы делаете, или комплексную чистку вы делаете, да, через неделю вы делаете вот такую себ-регулирующую процедуру для поддерживающего эффекта. Можно включить дерсонвализацию, повторюсь, да, тут можно включить массаж шейно-воротниковой зоны, что тоже будет очень полезно, поскольку улучшит кровоснабжение, да, и тем самым не будет провоцировать воспалительный процесс. Да. Напомню, что массаж шейно-воротниковой зоны выполняется по тальку, да, или по косметической пудре. Здесь тоже можно пофантазировать и поиграться с протоколом. Если это себ-регулирующая пудра, то мы ее включили бы, да, в протокол после энзимной пектиновой маски, перед нанесением себ-регулирующей маски. Если это тальк или немножко я сейчас запуталась. Если это массаж шейно-воротниковой зоны или массаж по жаке, то мы с вами его, и делали бы мы его, если по пудре, да, или по тальку, то мы включили бы его в протокол между энзимной пектиновой маской, да, и маской себ-регулирующей. Если включить дерсонвализацию, да, то есть ее тогда мы выполнили бы по тальку и зафиналили себ-регулирующей маской и потом уже вот такой вот сывороткой.
Анжелика, вы знаете, да, мне вот сейчас сложно ответить, знаете почему? Там у Неватона разные модели, да, можно делать освечивание, да, то есть можно включать световые методики, да, давайте мне лучше, наверное, все-таки ответить на ваш вопрос, если вы напишете модель, я посмотрю параметры и, возможно, даже под этим вебинаром вам отвечу. Я думаю, что так будет точнее, чтобы не делать таких вот, ну, можно, нельзя, да, там, а вдруг получится, а вдруг с этим аппаратом не получится, чтобы сказать точно, напишите, пожалуйста, параметры, можно прямо сейчас здесь в чате, их будет видно, и я вам потом отвечу точно, непосредственно по вашему аппарату, но, скорее всего, они универсальны, поэтому можно включить. Ну, и... На этом, да, напомню, что мы в процедуре по лицу включили бы с вами в финале мультипротектор SPF 50+, да, или ваш любимый CC-крем. И я переключусь, наверное, уже на слайды. Потеряла. И мы с вами обсудим домашний уход. Он мне дает демонстрацию экрана. А, недавний файл. Вот, я нашла. И как раз у нас модель будет переодеваться. Спасибо большое. А мы с вами продолжим еще немножечко нашу беседу. Да, то есть я уже как раз озвучила вам, что можно было воспользоваться флюидом альфа-дерм в финале процедуры. Да, немножечко повторюсь про тоник себо-баланс. Это двухфазный тоник, себо-регулирующий, который я, например, настойчиво... Андрей, у нас там обновления какие-то нажались на экране. Единственный такой его недостаток, что его приходится, когда он долго стоит, взбалтывать. Да? Тоник с каламином и цинком. Нет, можешь идти. Сейчас, одну секунду, у нас тут небольшая незадача. Угу. Напомним завтра ему, да, что он обновляется. В составе есть салициловая кислота, да, напомню, что цинк ПСА, каламин очень хорошо успокаивает, есть Д-пантенол в составе, да, также экстракт гомомелиса, который успокаивает. Идеальное средство... Для того, чтобы использовать его ежедневно, идеально подходит подросткам, которых больше всего беспокоит как раз жирный блеск и расширенные поры. Поэтому тоже можно рекомендовать в домашний уход, в подростковый, вместе... С фотозащитой, с постакне, да, поэтому очень хорошо его вводить в домашний уход. На процедуре, повторюсь, себорегулирующий, на процедуре чистки после ультразвукового пилинга перед нанесением финального крема. И хочу уделить отдельное внимание, да, средствам, особенно... в подростковом возрасте и в переходном возрасте, когда есть некоторые гормональные изменения, которые влияют и на pH кожи, и на микробиом кожи, хотелось бы их, про них рассказать. Да? Это сыворотка ProBioSkin, которая
действительно у нас уникально и универсально. Содержит два вида пре- и пробиотиков. Также содержит витамин С и великолепно увлажняет и контролирует микробиом кожи. В качестве дневной сыворотки под любой крем, под фотозащитные кремы тоже подходят, плюс гель увлажняющий плюс, про который я уже начинала вам говорить, у нас есть в наборе, также содержит пребиотик, который сам по себе еще и хорошо увлажняет кожу, поэтому тоже рекомендую в дневной уход. Можно совмещать с лечебно-профилактическими средствами, да, если в случае там сложных форм акне доктор назначает какие-то аптечные препараты, которые действительно пересушивают кожу в пару для того, чтобы поддерживать гидробаланс, да, и в то же время контролировать микробиом кожи. Вот просто на них тоже обратите внимание. И хорошо, когда у подростков нет таких явно выраженных форм акне, но бывают иногда единичные высыпания, да, там, может быть, на фоне той же еды или же каких-то гормональных всплесков. Поэтому тоже стоит рекомендовать их в домашний уход, пока еще не стало постно. И, Анжелик, я вижу, мне нужно будет посмотреть, вот, по поводу красного света сомневаюсь, скорее всего, что будет не показано, а остальные параметры посмотрю и с удовольствием вам отвечу. Если не знакома буду с данным аппаратом, у нас есть доктор, физиотерапевт, я возьму у нее консультацию, возможно. Но вот красный свет, сомневаюсь, в случае воспалительного процесса, его очень часто рекомендуют, да, для стимуляции выработки коллагена и для омолаживающих методик, да, поэтому просто не знакома с этим аппаратом. И про что, мне кажется, я охватила все наши средства, которые можно использовать и в уходе в домашнем, и в процедурном уходе, и которые действительно дают и профилактические результаты, а в некоторых случаях ими можно заменить некоторые рекомендованные медицинские средства, которые врачи рекомендуют по лечению акне. Поэтому хочу уже свой текст завершить. Я надеюсь, что вам было интересно. Мне с вами интересно всегда. Вы у меня вдохновение для следующих вебинаров. По лицу на подростке обязательно сделаем, но мы на семинарах очень часто проводим такие процедуры себорегулирующие, поэтому хотелось показать, как красиво и бюджетно поработать с областью спины и плеч. Кстати, можно таким же образом работать и с мужчинами, у которых по каким-либо причинам, иногда это активные занятия спортом или прием каких-то специфических препаратов, да, тоже дает такие проявления, можно работать и со взрослыми людьми, которым это нужно. Процедура, повторюсь, достаточно бюджетная, ее можно включать в курс процедур по лицу, да, чередовать, и клиенту будет это комфортно, и, надеюсь, вы расширите свой спектр процедур в салоне, в кабинете. И напомню, у меня на слайде видно, тоже со скриньте, до 17 августа промокод на скидку после вебинара на покупку нашей продукции по ссылке на сайте, напомню, с 10, то есть с сегодняшнего дня по 17 августа
Прям пропечатала, чтобы не потерялся, можно соскринить. И я с вами прощаюсь. Спасибо вам большое за ваш интерес. Буду рада видеть вас и на вебинарах, и на ближайших семинарах в нашем Московском центре диагностики кожи. Всем до свидания.